Так, я сыну обещал пожарить хвост. Где картошка? Картошка вон в рюкзаке там. О, потрошки, потрошки. Да. Жира столько сколько. Ложка стоять будет. Гнуса нету вообще. Прелесть. Да. Не жарко, прохлада вообще. Курорт. Курорт. Да. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Вот она разрезалась. Держи. Потом берем. Как Япония, вот, вот у нас дети. Вот Диман на фоне лодок. Три лодочки у нас. Вот так. Все четко. Вот наш повар, наш шеф-повар ходит. Он и ловит, он и варит, он все делает. Вкусно. Честно скажу, вкусно готовит. Да, вкусно. Молодец. Все взял, муку взял, масло взял. Да. Иди сюда, смотрите, пацаны. Вот так. Вот эти ребятишки. Уже... Смотри сюда. Тайменя, молодец. Так, Диман, тут что-то... просушка. Ну, рай, давай. Это сказка. Это сказка. Таежная сказка. Класс. Точно. Вот у нас ушица уже поспевает. Вкусная ушица с дымком. Камень. С дымком. Видишь, да? Ну, вот она какая. Ну, ящур. На, ну, наши прадеды. На экране-то они больше будут смотреться. Я здесь. Штаны снимайте. Варан. И вот остановились, кушали. Рядом можжевельник растет. Прекрасный. Парится особенно им хорошо. А так для соления, чтобы распаривали или очищали, дезинфицировали бочки можжевельника. Он только растет в экологически чистых районах. Что-то поднимается. Угу. Может, просто перелетает. Давай, мама ему нашел капушан.